Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт на юбилей свадьбы. Украшение будет несложное, но очень эффектное. Сам торт бисквитный, в прослойке творожный крем и малина. Диаметр его 24 сантиметра. Итак, приступим. Часть крема окрасим в нежно-розовый цвет. Край торта я срезала, но, к сожалению, на видео это не попало. Покрываем и выравниваем торт. Скругляем край у торта. Алюминиевой фольгой делаем оттиски на торте. Мешком с тонким отверстием сделаем сеточку. Насадкой «Малая открытая звезда» обведем оттиски. Сбоку торта рисуем произвольно подобные узоры. Внизу торта отсадим бусинки. Часть крема окрашиваем в насыщенный розовый цвет. Внизу торта сделаем разметку, куда будем отсаживать бутоны роз.
насадкой «Изогнутая роза» номер 874 накрутим розы на кукурузные палочки. Вы у меня спрашиваете, размокают ли кукурузные палочки в креме? Нет, они не размокают. Палочки будут слегка влажные. В часть крема добавляем черный и зеленый красители. Насадкой листик отсадим листья. Торт получился 3 килограмма 200 грамм. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталось несколько столовых ложек. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!